Что именно лежит? На данный момент абонент не может там. Может быть, я вам было полно батареи. Я думаю, что он на кухне посмотрел. И попа на что бы. Если девчонки там тусовались. Как будто он где либо отключен, либо... На кухне ты проверяла? В плове. Онен. Онен нам не чистили. Может быть, просто чистили лук, что-нибудь туда кинули телефон, и он там раз, и в шкарлупку лежит. Таким сейчас, если ты вовремя не достанешь его оттуда, то он может идти в мусор. Кому-то положат и будет... Ты эти грязи, я вообще не при делах практически. ТБС что-то снимает. Фильм про то, как Леся потеряла телефон. Ты что, видео что ли снимаешь? Как ты его последний раз видела? Зачем? Где фон? Нам надо чудо. Давай. Давай. Давай по-русски. Либо он в твоей комнате, либо он на кухне. Все. Давай по-русски. Юля, он работал. Да. Не, ну Юля просто его молотком стукнула. Ну просто он немножко, знаешь, упал, и у него откололась задняя крышка. Юля просто молотком его стукнула, чтобы она зашла обратно. Так, в принципе, он целый был достаточно. Забудила телефон. Мы не знаем. Он упал, если я не ошибаюсь, луковые очки. Может быть, кто-нибудь украл. Мы еще не знаем, но нам надо помочь. А, и по-моему, стакан с водой еще слил. Аминь. Но он уже